Сегодня режиссер-постановщик Валентина Куркчи-Максина отмечает двойной юбилей – свое 70-летие и 45-летие творческой деятельности. Как истинный артист, она это делает на родной сцене Донбасс-оперы, где на протяжении 25 лет была ведущей солисткой-вокалисткой и исполняла весь репертуар театра. Пожелаем нашей дорогой юбилярше крепчайшего здоровья, семейного счастья, неиссякаемого оптимизма и новых творческих свершений. С праздником!